Дорогие друзья, еще вам показываю одну новинку. Вот посмотрите, Firelight Tiny Bit. Вот это ее картинка. Драфт Валери. Драфт низкорослый, гномик, как бы перевести, и варианты. Вот, ну, как бы не, очень низкорослый сорт. Сейчас посмотрим по 80 на 80. Видите? На картинке вот такая. Вот картинка. Вроде бы как-то мы смотрим, ну, не поймешь какая. Посмотрите, какая наяву. Это красавица. Еще раз. Firelight Tiny Bit. Сразу она вот такая сливочная. Сливочная. И, можно сказать, даже не очень сильно набитая. Видите, там внутри есть цветочки пахучие. Но ощущение, что плотное, но оно воздушное. Воздушная. Пока растет в горшке, и, наверное, высота около 45 сантиметров. Но когда ее рассматриваешь, очень долго хочется рассматривать, потому что сам лепесточек, посмотрите, какой он такой вот рифленый. Очень долго раскачивалась, долго думала, зацветать, не зацветать. Посмотрите, какая рифленость на каждом этом цветочке. И так как он низкорослый, вот похоже на Little Spooky строение куста. Посмотрите, какие толстые побеги, плотные. Совершенно никак он не подвязан. Короткие междоузлия и довольно такой широкенький кустик. Вот. Если ее формировать, такие кусты, сразу сформировали каркас куста, а потом уже обрезаем повыше. И вот такая вот красивая, сразу сливочная, воздушно-сливочная. И вот сейчас при перепаде температур, смотрите, зацвела попозже, поэтому у нее красивый сливочный цвет. Зелени нет вообще, зелень отсутствует. И вот на этом сливочном красивом она начинает красиво так розоветь. И вот эти вот рифленость такая видна. Вообще очень красивый куст. Мне кажется, украсит какие-то такие низкорослые рабатки, где будут, может быть, даже и какие-то верески, низкие хвойные. Очень красиво будет смотреться вот это Firelight Tiny Bit. И также я вам еще показывала, вот это же американская селекция Little Lime Punch. Это вот, ну, от одного оригинатора. Смотрите, какая красавица. Причем хорошо себя держащая из низкорослых вот этих гномик. Написано, вот, драфт, гномик. Если гномик, то очень-очень симпатичный. Вот, для белорусов есть такие череночки. Я говорила, что нету, подрастает. Есть подрастающие, но я трохи нечто тут пошукала, и что-то нашлось. Поэтому вот такая красавица может быть и у вас.